Ставрополе проходит Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс вокалистов «Солдатский конверт-2021». Он объединяет участников со всей страны от 14 лет и старше. Тематика композиций, представляемых на суд жюри, связана с исполнением песен военных лет о Великой Отечественной войне, о мире и дружбе народов. Чувашскую республику представил Максим Попов, сотрудник национальной телерадиокомпании «Чуваши». Он спел песню «Сурский рубеж», которую написал сам. В центре района, в здании школы приветчатой, где только что аттестат получила она, друг репродуктор, словно кресту приколоченный, громко объявит страшное слово «война». Как журналист и радиоведущий, Максим посвятил немало эфирного времени теме строительства оборонительных рубежей в Чувашии. Конечно, сказать, что я написал песню случайно или это получилось спонтанно, невозможно, потому что перед этим предшествовала работа над программами, которые освещали как раз-таки участников тех страшных событий, участников именно строительства Сурского и Казанского рубежей. И, безусловно, вникая в эту проблему, читая истории каждого человека, невозможно было остаться равнодушным. Я думаю, что меня, как и всех жителей нашей большой великой родины, с этими событиями связывает, ну не побоюсь этого слова, генетическая память. Итоги конкурса вокалистов «Солдатский конверт 2021» станут известны позже. Но в Чувашии выступление Максима уже оценили. В год памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей его композиция звучит особенно проникновенно. Каждый